Всем привет! Ведем свой репортаж из окраины Берлина. Руду! Здесь мы обитаем. Здесь играем в теннис. Блин, я хочу сделать этот трик, который я никогда не мог. Два специалиста по теннису. Я хотел. Такие здесь есть маленькие секретные игровые площадки. Лиза, да, привет. Да. Большой особенностью этой игровой площадки является то, что она находится на территории дачного поселочка маленького, который здесь уже находится больше 100 лет. С одной стороны и старого кладбища с другой стороны. Все это вокруг игровой площадки. Вот так немцы относятся к кладбищам и игровым площадкам. Их не смущают такие соседства. Это не считается чем-то зазорным или странным.